Здравствуйте, мои дорогие друзья! Доброе утро, мои любимые зрители! Мы с вами находимся в большом супермаркете недалеко от моего дома, где мне нужно купить фрукты. И сегодня я вам хотела бы показать три моих любимых завтрака. Как раз для первых двух мне и понадобились выбрать фрукты. И, пожалуй, я остановлюсь сегодня на клубнике и бананах. Как видите, выбор здесь огромный. Для первого завтрака мне также понадобится семена льна, такие или вот такие из Вкусвилл. Кстати, семена льна можно купить и в аптеке, но они там стоят подороже. И семена бывают белые и коричневые. Я предпочитаю использовать коричневые семена. И, наверное, вы уже догадались, что на первый завтрак у меня будет льняная каша. Моя любимая льняная каша. О всех чудодейственных свойствах льна я рассказывать не буду. Если вам будет интересно, то внизу под видео вы увидите ссылку на мой предыдущий фильм, где все в подробности я рассказывала. Но скажу только о самых главных свойствах этого замечательного продукта. Это, во-первых, там очень много омега-3, который, вы знаете, чистит наши сосуды, убирая все бляшки. Льняная каша – прекрасный доктор для нашего желудочно-кишечного тракта, залечивает буквально все. И семена льна, как считают врачи, предохраняют нас от рака. Предварительно лен перемалываю на кофемолке и кладу 2 полные столовые ложки, но не с горкой, перемолотого льна. Его не нужно варить, просто залить кипятком так, чтобы слегка его закрывало, и оставить примерно на 2-3 минутки. Не закрывает ничего, он сейчас быстро уже сам будет готов. И туда я уже буду добавлять фрукты. И предупреждаю, что фрукты я добавляю по сезону. Какие есть в сезоне, такие я использую. Можно использовать любые. А на даче вообще пойдут свои фрукты. И это вообще прекрасно. Нарезала сюда банан. Добавляю клубнику. И добавляю корицу и имбирь. Сюда же добавляю имбирь. И корицу. Хочу, чтобы вы полюбовались такими красивыми, замечательными тюльпанами с моей дачи. И второй вариант. Берем обыкновенный йогурт, обогащенный обогащенными бифидобактериями, и добавляем его в мед. Точно так же добавляем имбирь и корицу и перемешиваем. Приятного аппетита!
я уже почти все размяла вилочкой. Теперь мы посолим. И спрыснем лимонным соком. Для того, чтобы оставался хороший такой цвет и придавалось блюду некая кислинка. Вообще очень вкусно. У меня в это же время поджаривается хлеб и яичница жарится из одного яйца. И сверху мы положили свою яичницу. У нас получился вот такой вот замечательный бутербродик. Надеюсь, вам понравилось мое видео. И, может быть, что-нибудь вы даже возьмете себе на заметку. А сейчас я предлагаю вам посмотреть небольшую зарисовку майской Москвы на карантине. А я с вами прощаюсь, мои дорогие, любимые друзья. Спасибо, что были со мной. Ведь общение с вами очень важно для нас. Для нас важна обратная связь. Ведь все, что мы делаем для вас. Обнимаю, берегите себя. До встречи. Желаю вам позитива, удачи, здоровья.